Всем привет, с вами Тесюн, Шарбаржа, Друзья, Майнкрафт, версии 1.20.4. Это у нас вишневое похождение. Да, получается, я эту серию записываю не 10 июня вечером, а 11 июня утром, потому что я забыл заснять, получается, 10 вечером. Но когда вспомнил, я подумал, что лучше я запишу это уже в следующий раз. Как бы, вот, получается, сейчас я это самое, буду, получается, скорее всего, сейчас добывать еду в знакомых мне координатах. Допустим, на вот этой розовой координате можно его добывать. Отлично, хорошо, получается, мы телепортировались, неплохо. Да, отлично, получается, сейчас мы куда-нибудь с вами пойдем, тихо, аккуратно. У меня под ногами ничего нет большого, но в том смысле высокого. По размерам. Я что-то как-то не вижу. Не, я нифига не вижу. Надо подождать целых, я не знаю, наверное, 20, секунд 20. Но это будет слишком долго, на самом деле. Но пока я здесь разговариваю, наверное, это время уже пройдет. И я, типа, успею, как бы. Но только если овец убивать. Давай, да блин, а, как же лагает. Дайте тебя убить, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давай быстрее. Ну все, наконец-то. Ура, успел. В общем-то, там у нас получается еще овца. Вот, все хорошо, получается. Сколько у нас уже? 6 баранины, да? Ее можно, если что, пожарить. Ладно, сейчас мы это самое. Там, получается, еще овечек найдем. Нам нужно хотя бы какая-нибудь это. Мясо какое-нибудь. Иди сюда! Да ну пожалуйста, как же лагает. Все нормально, отлично. Я смог ее убить. Все, наконец-то. И это тоже, получается, у меня уже 10 баранин, неплохо. Там еще где-то находится. А, ну да, там еще свиньи есть. Это неплохо, в принципе, да. Нам на самом деле довольно много еды нужно, потому что мы находимся в том бионе, там, где больше всего спавнится розовый краситель. Все, наконец-то убили, в общем-то. Да, сейчас получается это самое. Получается, сейчас мы будем убивать эту свинью. Все хорошо, отлично. Убили. Сколько у меня? Получается, 4 сырой свинины, получается 10 сырой баранины. Но я думаю, то, что этого на первое время хватит. Давайте-ка телепортируемся обратно к себе домой. Окей, получается, телепортировать, все хорошо, получается, сейчас нам нужно подняться наверх. Все хорошо, получается, поднимаемся, и сейчас нам надо это самое. Что сделать? Получается, взять один уголек. Все, отлично. А, нет, погоди, нам нужно побольше таких. Типа два угля, я думаю, то, что точно хватит. У меня, кстати, почти каменный меч сломался. Нужно его. Нужно новый сделать, на самом деле. Сейчас мы, скорее всего, этим займемся, только нам нужно. Блин, опять я перепутал то, с чем медленно плавится, с тем, что жарится, жарится, жарится. С тем, что медленно, быстро жарится. Я, если честно, запутался уже, но да ладно, сейчас мы найдем еще один уголь, пожалуйста, где? 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 Опять, что ли, мне так делать, да? А, нет, погоди, можно. Да стой! Стоять на Е, потом получается. Все отлично. Получается, теперь помещаю в плавильню. Все хорошо, отлично. Я, если что, вот эту вот печку использовать не буду, потому что я честно играю, ну почти честно. Да, это что? А, это зелье слабости, понятно. Ладно, тогда я сейчас это самое соберу, получается, и тут же положу сырую свинину, потому что нам ее тоже нужно пожарить. Да, в качестве еды. Получается, сейчас мы это самое баранину забираем. Это самое. Я, наверное, постараюсь все-таки 20 минут записать. Это будет не очень легко, я могу так сказать, но, в принципе, можно выжить.
Да. Ладно, 9, и сейчас будет 10. Окей, сейчас получается... Ага, хорошо. Засовываем туда свинину и ждем, пока она у нас пожарится. Все, отлично. Хорошо, она у нас жарится. Это отлично. В общем-то, сейчас мы это самое... Здесь вот мы берем еще это, и получается, нам нужно еще рудное железо переплавить. Да, нам тоже понадобится сейчас... Как его? Так, нет, нам нужно чуть выше подняться. В общем-то, в этой стороне там сейчас будет, получается... Давайте-ка возьмем с собой где-нибудь 5 угля. Все, хорошо. И да, надо бы уже поесть, на самом деле, потому что у меня целых 3 ножки, а это получается... Мало ли то, что... Получается, я не могу бегать, так еще у меня всего лишь 2 сердечка здоровья, это, естественно, ненормально. Сейчас мы постараемся это самое. Получается, сюда 8. Хорошо. Раз, два, раз, два. Все, отлично. У меня как раз-таки это самое. Получается, сунуть туда 8 железа. И сюда получается все хорошо. Получается, здесь мы 8 железа, сюда 8 железа. И получается, здесь у нас все дальше переплавляется. Ладно, пускай переплавляется. Я сейчас, получается, это самое. Посмотрю, сколько у меня железа есть вообще, в принципе. У меня есть 18 железа. Я могу сейчас из этого всего попытаться сделать этот самый. Как его? Получается, попытаться сделать себе броню какую-никакую. В общем-то, сейчас, получается, создаем себе нагрудник. Наверное, еще шлем создадим. Окей, получается, нагрудник. Так, погоди, надеваем, потому что у меня совсем места в инвентаре нет. В общем-то, получается, это самый шлем. И получается, что еще? Ну, в принципе, штаны мы не сможем уже сделать, да? Надо подождать, пока то железо переплавится. Да, нам еще нужно сделать плавильню, потому что это самое. Но нам еще нужно переплавить булыжник, а потом получившийся камень переплавить в этот, получается, в гладкий камень. Вот такая вот многоходовочка нам понадобится. Ладно, если что, мы решим в любом случае. Сейчас нам нужно вот это все переплавить. Короче, ждем, пока это все переплавится. И здесь, получается, у нас тоже все уже переплавилось. Да, отлично. Получается, это самое. Нам вообще хватит на плавильник, как бы. Из чего она вообще крафтится? Ну, типа, 5 железа, да? Типа, и 3 гладких камня. Нам нужно таких 5, да? Или нет, 6? Да, 6, судя по всему. Тогда это самое. 6. Я понял, да? Получается, 6 таких плавильных печей. В общем-то, получается, 3 умножить на 6, это у нас будет 17, так, нет, не то. В общем-то, получается 18, да? 18 гладкого камня, если я не ошибаюсь, типа, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Типа, 6 плюс 6, 12. 12 плюс 6, это 8, да? Ладно, железных цириков, ну, в любом случае, еще больше, поэтому я думаю, то, что нам такого все равно как бы не хватит. Ладно, давайте все-таки пока что переплавим этот булыжник, потому что нам нужно сейчас это самое, получается, получить с вами гладкий камень. Давайте вот где-нибудь вот так вот, что ли, сделаем, я не знаю. Не, ну, в принципе, такого вполне себе достаточно. Вот если я даже сейчас возьму... А, нет, погоди. У меня вообще как бы мало места. Так, ты черная шерсть, ну это все понятно. Так, ладно, давайте-ка... Вот, все, я лег спать. Сейчас, получается, мы это самое... Встаем с кровати, и, получается, сейчас мы будем плавить булыжник. Окей, сейчас нам нужно это самое... Я не знаю, там где-то 4 таких угля взять. Вот что и получается переплавить 12 вот это вот булыжника. Получается, сейчас мы берем вот где-то сюда вот это и где-то сюда вот это. Получается, сейчас мы 12 сюда и 12 сюда. В общем-то, все, отлично.
Получается, здесь у нас все плавится. Окей, нам потом это нужно все повторно переплавить для того, чтобы получить камень. Получается, да. Для того, чтобы получить гладкий камень. В общем-то, здесь у нас тоже уже, получается, сделалось два камня. Каким-то вот таким вот образом. Ладно, сейчас получается, что делаем дальше? Получается, ждем, пока это все переплавится. Да, ждем, ждем и еще раз ждем. А пока я, наверное, из того железа, ну, если мне хватит потом на вот это вот все, я, пожалуй, сделаю этот, получается, вот этот понож, в общем-то, да. А ботинки мы сделаем золотыми, потому что нам нужно, чтобы наш спиглины не трогали. Так, ладно, давайте сейчас посмотрим, сколько там переплавилось. Так, здесь 3, здесь 5 уже, неплохо. Окей, ладно, думаю, что некоторую часть уже можно переплавлять, но я лучше подожду, пока это все, в принципе, переплавится. Да, все хорошо. И здесь у нас тоже камень переплавился, да. Здесь, получается, 5 осталось, и здесь тоже 5. То есть 10 примерно осталось. Но на самом деле там оно будет с одинаковой скоростью все переплавляться. Потому что оно, получается, по разным печам, получается, плавится. Здесь, здесь. Все хорошо. Получается, осталось, я думаю, то, что совсем немного подождать. Да. А потом уже, типа, можно будет доставать. Хорошо. Так, вот здесь вот камень, и здесь камень. Все хорошо. Получается, сейчас мы будем ждать. Ждать и еще раз ждать. Окей, каньон 370 метров. Ну, это все понятно. Окей. Если мы найдем крепость, то нам нужно создать алмазную броню, потому что это самое. Там очень сильные мобы, особенно эфриты. Там от них вообще, типа, ну, сложно, можно так сказать. Так, ладно, давайте разделим, я не знаю. Давайте сейчас 8. 2, 3, 4. В общем-то, да, вот можно взять 3 угля, и получается все переплавить повторно, чтобы получить гладкий камень. Окей, получается, сейчас мы это самое возьмем уголь, и получается это самое. В каждой по одной штучке, в общем-то, сюда одну штучку, потом сюда одну, а дальше мы уже все положим. Вот, получается как-то так. Окей, что ж, мы сюда ложим 8, сюда ложим 8 и сюда ложим 8. Окей, получается, здесь у нас все началось переплавляться. Окей. Да, это я думаю, что все быстро переплавится. Там одна вещь переплавится примерно 10 секунд в обычной печке. Да, поэтому будет все более чем нормально. Давайте пока что оставшийся уголь вместе с, получается, этим, как его... Сюда вот положим, железо, редстоун, изумруд тоже сюда. В общем-то, вот каким-то вот таким вот образом у нас сейчас здесь все получается. Окей, получается, здесь у нас что? Здесь уже 4, здесь тоже 4, и здесь тоже уже 12, да. Неплохо. Нам нужно где-то 18, поэтому сейчас мы ждем всего лишь где-то 20 секунд, да. И типа здесь у нас должно везде по 2 получиться. Так, ну если вот это вот я сейчас возьму. Вот здесь, получается, беру, вот здесь беру, вот здесь беру. Да, но у меня уже как бы 18, поэтому можно плавить, да? Ой, вернее, создавать. Получается, сейчас мы это самое. Сейчас мне нужно железные слитки взять, которые у нас находятся здесь. Отлично, да. Скорее всего, вряд ли хватит, но я думаю, то, что 4 мы сможем создать. А, нет, погоди, нам нужно сейчас это, на Shift, получается, нажимаем. И да, у меня действительно только 4 получится, но нам нужно еще 2. Получается, нам нужно еще больше железа, его можно добыть в пещере, либо же откопать шахту. Да, мы можем еще найти эту шахту, поэтому будет все нормально. Окей, мы пока что оставшиеся плавильни все-таки, получается, расставим на верхний ярус. Здесь у нас, получается, забираем оставшийся гладкий камень. В общем-то, все хорошо. Отличненько. Мы, получается, сейчас берем плавильни вот так вот все и расставляем наверх. Все, получается, у нас пока что это так выглядит. Осталось вот эти вот две области заполнить.
И, в общем-то, у нас все будет в шоколаде, да. Окей, хорошо, давайте сейчас приготовимся. Нам нужна алмазная кирка. И сейчас я возьму мини-карту. И там, допустим, это самое. Здесь у нас, типа, дальше вода. Окей. Здесь у нас доски из темного дуба. Погоди. Это там, по-моему, аванпост. Я настолько понимаю, да? Хотя нет, давайте все-таки слегка подальше поставим этот вейнпоинт куда-нибудь сюда. Вот, типа, дерн. Все хорошо, отлично. Получается, сохраняем. И сейчас отмена. В общем-то, здесь у нас такая вот... Это самое... N. Что-то какая-то коричневый вейнпоинт. Да, они какие-то бесцветные. Ну ладно. Главное то, что мы сейчас можем туда телепортироваться. Так, 8 метров. Куча метров. Вот здесь вот несчет как-то... Да я как бы не знаю в любом случае сейчас. Ну что это за метка? Телепорт. Ну как бы только так. Да. Стоять. А там рядом же нет мародеров, по сути, да? Ну, главное то, что мы, в принципе, что-то нашли. Так, погоди. Скоро? Что-то как-то оно долго прогружается. Да. Потому что я только на этом месте появился. Вот, как раз-таки тот самый аванпост. Да, хорошо, что мы его действительно нашли на этой карте. Меня это радует. То есть там этот темный дуб там нашли. Да, здесь еще есть темный дуб, поэтому это еще одно дерево, которое можно добыть честным образом, если это можно так назвать. Да, там у него еще пшеница, там у них еще пшеница находится. Так, там еще пчела над ними летает. Они пчел разводят. Ладно, ну там в любом случае не самые лучшие ребята. Да, поэтому я думаю пока что отложить эту локацию куда-нибудь до долгий шкафчик, вот, далекий шкафчик, получается, отложить вот эту вот локацию, потом мы, наверное, сюда как-нибудь вернемся. Окей, ладно, давайте сейчас что делаем? Создаем себе железный меч, да, еще из булыжника сейчас мы сделаем этим. Полублоки, где у нас вот все отлично получается. Этот вот берем, не знаю, хватит или нет. Сейчас мы, получается, к пятаку подойдем. Окей, получается, сейчас мы крафтим ровно стак с лишним этого всего. Так, сейчас составим с собой. А, кстати, погоди, у меня же по сути с собой сейчас и стак есть. Я могу это самое. Как его? Получается, поставить где-нибудь, ну я не знаю. Рядом получается поставить сундук, в который я буду складывать те вещи, которые я, типа, мне не нужны, и которые я буду хранить. Так. Ладно, вот эту вот жареную свинину мы и там оставим, потому что она очень много восстанавливает, и будет жалко ее как-нибудь потерять. Вообще-то здесь вот вишневая лодка то же самое получается. Вот здесь вот, наверное, оставим себе только оружие. Да, окей, у нас еще есть железная кирка. Ну, в принципе, я не знаю. Можно просто много каменных взять и все. Типа вот, да. Берем, получается, с собой булыжные плиты. И получается... Вот это вот все складываем назад. Окей, теперь получается, что делаем дальше? Каньон, каньон, каньон. Здесь какая-то красная... Красный вейнпоинт должен быть. Да, вот такой вот красный вейнпоинт. Окей. Получается, сейчас мы это самое... Получается, берем из вот этого вот набора побольше кирок. Да, нам они сейчас очень понадобятся. Так, огниво я на всякий случай с собой возьму. У нас, в принципе, есть... А, нет, у нас нет железа, поэтому если я ее потеряю, то, скорее всего, нам придется новое железо искать. Ну, типа, с кремнем у меня вроде как никаких проблем нету. Поэтому вот как-то так. А, кстати, мы золото добываем... А, нет, погоди. А, нет, стой, я же где-то добывал золото. Почему-то у меня его с собой нету. Ну, я помню такое. Типа, нет, ну я явно не обманываю. В общем-то, сейчас получается это самое. Здесь у нас что? Ничего. Здесь у нас ничего, 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 и еще раз ничего, да. Окей.
Ладно, в принципе, я не знаю. Но там есть пигленные с этим, получается. Ну ладно, пока что давайте разведу. Да, у нас, конечно, сейчас будет приседать FPS, и это будет опасно. Вот в таком смысле. В общем-то, сейчас получается это самое. Просто сейчас обведаем установку. И все на этом. Окей, хорошо. Я думаю, то, что... Быстрее давай. Быстрее, кому казал. Вот сюда вот, получается, ставим. Окей. Отлично. Получается, мы с вами в пустоте. Поздравляю. В общем-то... Да, это будет немножко опасно. Так, ладно, давайте все-таки. Да дай! Я почти телепортировался от тебя. В общем-то, сейчас получается все отлично. Я думаю, то, что он ко мне не телепортнулся. Как минимум, потому что стоять! Открыть для сети. Где? Дом. Сейчас получается. Домой телепортируемся, и они. Отлично! Ура! Получилось! Да, вы не можете уснуть, пока рядом есть монстры. Ладно, ну и фиг с ним. Сейчас мы съедим жареную баранину. И, в общем-то, сейчас получается это самое. А, кстати, если... А, да, все уже. Типа... Да, но он достаточно далеко отошел, чтобы я уснул. В общем-то, да. Засыпаем. Все, хорошо. Просыпаемся. Утро снова начинается. Там он скоро будет сгорать. А, нет, он под лесом пока что находится. Ну там еще леса где-то находятся, скорее всего, поэтому он не горит. Ладно, нужные вещи со мной уже и так есть, осталось только добыть золото, которое наверняка в той огромной пещере находится. Ладно, что ж, друзья, на этом я, скорее всего, буду прощаться. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был Тестинилк, всем пока!